Привет, друзья, подписчики мои, у нас сегодня будет вот такая вот гидра, будет тест данной гидры и против волчков компании Takaratomi Gachinko. Я этого парня вообще обожаю, это вообще один из лучших блэйдов сейчас на рынке, просто великолепная гидра, правда, получить ее довольно-таки сложно. И я поставлю ей, у меня и остался последний оригинальный драйвер от компании Takaratomi, вот он от края сатана, и эта честь выпала ему. И у меня есть одновременно атакующий от Bastard Excalibur вот такой вот диск от белой Chozet Valkyrie. Я поставлю все здесь, и будет вообще нам всем счастье. Проверим, как это смотрится. Смотрится не очень, знаете почему? Потому что драйвер от Крестана такой себе, он как-то странно пружинит. Но выбора у меня пока нет, пока поиграем так, а там будет видно. И у нас остались еще зеленый Джокер. Остался такой же, кстати, Гидра. И такой же, кстати, Волтроек. На этих ребят будут у нас отдельные ролики совсем скоро, уже на днях на канале. Она пока прикольно, положу их сбоку. Ну что ж, давай. Я, кстати, даже им еще не играл, вы знаете. Гидры, я, по-моему, где-то... Или играл Гидры, что-то я не помню. Я же играл, правильно. Я же вроде сборки делал. Не, вот этими, по-моему, не играл. Но Гидры я точно где-то играл. Или нет, напиши в комментариях. Но поиграю, будет на канале обязательно. Погнали начать играть. Первый соперник это Rock Dragon. 3, 2, 1, go, shoot. Ролик сегодня будет короткий. Поэтому, бро, есть ты сейчас на переменке. Еще уроки не начались. Поэтому глянь, видосик быренько. И иди делай уроки. Взрывным финишем разбирается Гидра с Rock Dragon. Но она одну разобралась. То есть у нас идеальный баланс. Крутой верхний слой, атакующий диск и выносливый наконечник. Или защитный, пиши в комментариях. Играем дальше. Веном Дьявола сразится у нас против Гидры. Poison Гидра. Бейблейды. Она маленькая, юркая, но жалит, как вообще не знаю кто. Веном, естественно, профуфыкал свою возможность. Гидра молодец. При этом, правда, разбирается на два щелчка. То есть атакующими ей будет тяжело. Давайте мы это и проверим. У нас вот такая странная Валькирия. Бейблейд! Вау! Вау! What's up? Проигрывает Валькирия, которая слэш, а при этом Гидра, вот смотри, опять два щелчка, но до конца не взрывается. А может блокиратор стоит у нее? Да не, она легко разбирается вроде. Классный бы я придумал. Классно, хорошо получилось, так удачно совпало. Играем дальше. Зелененький Бушин Ашура. Над прикольным верхним слоем. Пониже немножко Гидра, чем зеленый оппонент. И держится, тем не менее, прекрасно. Забегали волчки по арене, примеряются. Слушай, ну Гидра пока, конечно, вообще топ. Вообще топ. Это супер. Давай-ка вот этого протестируем. Флейм Драгона. Интересно, что он нам сегодня покажет. Класс или не класс? Лайк или не лайк? Ну это прям хорошо. Прям хорошо. Я пока что в основной каст класть не буду. У меня еще на нее планы некоторые. Но скоро вы уже увидите ее в основном касте. Ролики будут с ней постоянно. И у Флейм Драгона может и получиться. Нет, смотри, Flame Dragon тоже профуфыкал свою возможность. И уже разобралась на три щелчка. Еще будет чуть-чуть, и все, Гидра у нас пух-пух-пух. Давай дальше, Jugman Joker, мне еще интересно протестировать сегодня против Гидры. Вау! Только я подумал над тем, что у нас сегодня не было именно этого, и вот оно случилось. Я думал, сегодня победит Гидра у всех. Ну так хорошо мы начали. Вот, но это не помешало ей взорваться одновременно с Джокером. Но это не считалось поражением, это у нас ничья. Давайте играть еще одну битву. Я думаю, будет исход тем же, если честно. Да, да. Исход абсолютно такой, только при этом у Джокера вылетел диск, поэтому мы не узнаем, кто из них круче. И последняя на сегодня битва у нас будет Звей Лонгинус против Гидры. И если Гидра одолеет его, это будет прям прорыв года, если честно. Потому что мне Гидра сразу понравилась. Ей бы пружину посильнее, и было бы вообще бы все тип-топ. Но на драйвере от Края Сатана справляется она довольно-таки хорошо. А так, очень даже получился годный блейд. Кому надо сборка, попрошу к Excalibur диск. От креста наконечник и вверх от Гидры. Пользуйтесь, ребята, пользуйтесь.
А вот с левосторонним у него проблема, но я уж испугался, что она слишком идеальная. Но у нас опять ничья. И на этой прекрасной ноте, друзья, заканчиваю данный ролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, пока-пока, скоро новые ролики. До свидания.